Вы как представитель, да, тренерского штаба, хореограф, насколько вам тяжело? Было ли что-то на этой Олимпиаде, к чему вы оказались не готовы, но с чем пришлось столкнуться? А как вы думаете, когда спортсмен поднимается на высшую ступень Олимпийских игр, он должен радоваться или огорчаться? Я просто не понимаю. Я, конечно же, очень обрадовалась этой медали, и это еще одна ступень в моей спортивной карьере. Я на самом деле по характеру очень сдержанный человек. Будут. Вот, пожалуйста, Даниил тоже готов ответить. Я знаю то, что я сделала максимум того, что от меня зависело в ту или иную минуту, в зависимости от ситуации, которая сложилась на протяжении всего сезона. Да, были сложности, но со мной рядом были те люди, которые мне помогали с этим справляться. И я чувствовала то, что я не одна. I think you made it very effective. I'm from Japan TV and JCN TV. May I ask a question? Эта Олимпиада для меня очень-очень много значит, и она изнутри меня поменяла как человека. Я, конечно, знала то, что Олимпиада меняет людей, но чтобы настолько я не думала. Но для меня очень важно было сделать свой максимум. Я его сделала, и я ни о чем не жалею, и теперь у меня есть две близняшки, они почти абсолютно одинаковые. その中で、羽生選手から、まあ、刺激を受けたことなどありましたら。Олимпийские игры прошли очень спокойно и удачно. По поводу талисманов, я скажу, что я очень суеверная, и вообще спортсмены очень суеверный народ. И я, например, выхожу на лед с правой ноги всегда. As the choreographer, how do you feel? Для нас просто